в наше время важно заботиться о своем здоровье. Компьютерная томография – один из элементов лучевой диагностики, который позволяет быстро и эффективно выявить различную патологию в вашем организме. Но как записаться на данное исследование и как получить результаты без лишних хлопот? Поликлиника номер один регистратура записывает на обследование СКТ, которое проводится как с контрастом, так и без. Если доктор вам назначает без контраста, то запись производится на сегодня и на последующие дни в течение месяца свободная у нас запись. Для этого вы должны иметь направление от доктора, документы, полис, паспорт. Мы вас записываем, даем вам анкету, которую вы заполняете перед приемом на СКТ, берете с собой документы, которые требуются для обследования, и хирургический корпус, стационар, первый этаж. Если доктор назначает вам контраст, перед этим вы сдаете анализ на креатинин. Мы же вас записываем на креатинин, от этого мы исходим дальше с датой записи на контраст на следующие последующие дни. Анализ действительно 10 дней. Значит, в течение этих 10 дней мы должны уложиться, записать вас на контраст. Мы укладываемся, запись на контраст тоже свободна. Следует помнить, что метод компьютерной томографии обладает лучевой нагрузкой и имеет четкие показания к назначению. В назначенное время вы приходите в кабинет компьютерной томографии, убираете лишние вещи со своего тела. При необходимости медсестра вам устанавливает катетер для проведения внутривенного контрастного исследования. Сама процедура проводится быстро и безболезненно. Полученные изображения обрабатываются на специализированной станции врачом-рентгенологом. Получив результаты исследования, также просто. На следующий день описание вашего исследования возможно получить самостоятельно в том же кабинете, где проходили исследования. В электронном виде его сможет увидеть ваш лечащий доктор на своем рабочем компьютере. Заботьтесь о своем здоровье. Проходите компьютерную томографию в нашей больнице. Это удобно, быстро и безопасно.